как я тебе сегодня была во всей красе и танцевала, словно белка в колесе. Ко мне внезапно только шла большая толстая герла, очень странную беседу провела и говорит герла. Работаю в райкоме, твои текстамы заведую в исполкоме, потом все это согласую в горкоме. И ты спалёшь, я на вашем пепла. Там будет вход, как и рулет, там нужны кусушки, шаля скрещены, вино и конопля. Там нужно слушать, не дыша, там нужно кушать, не спеша, хорошая ложка шире. Но я сказал, это рыжая дуря, вот ты в натуре, но ты герла в натуре. А вдруг туда припрётся весь народ, а она сказала, нет, конечно, не придёт, почему? Потому что там будет вход по 3 рубля, нужно служить, не шаря запрещены, иной капля. Там нужно служить, не дыша, там нужно кушать, не спеша, порожные ложки шевеля. Но от роддома до дурдома вся дорога нам знакома. А вот, например, на гавах. Привет! Привет! Кто был, блядь, кто был, когда ты был, блядь, кто был, когда ты группы не причёсан. Эти подвалы, черт, открыть туда, забудь стримаха, обращаясь только по всем вопросам. Цветы и бабочек, вот мне наляпать можно на стене и написать, конечно, не твои. Там можно петь, танцевать, играть, брюки рисовать, нельзя шалить, курить, выпивать. И я сказала, это рыжий дух, но ты в натуре, но ты герла в натуре, но ты в натуре, чем петь в кафе, под первым. Бля, пойду. Пойдем, 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 пойд